под звуки гимна. Так торжественно открыли парту героя в 10-м лицее. Она посвящена участнику специальной военной операции Натигу Алиеву, который и сегодня продолжает сражаться за свободу и независимость нашей Родины. Торжественное событие прошло в актовом зале накануне празднования Дня Великой Победы, что вполне символично. Отчизна сильна, отечество славится имя. Сегодня, герой, поздравить хотим. Вас много, мы вами гордимся. Парту героя разместили именно в этом лицее не случайно. Здесь учится сын Натига и трудится его жена. Когда он пришел, сказал мне, что он написал заявление, что он уходит, я расплакалась. Но он своих решений не меняет. Если он сказал, что он пойдет, значит, он пойдет. И вот он ушел. И мы сплотились еще ближе, конечно, мы его поддерживали, писали ему каждый день. Многодетный отец, титулованный спортсмен, родился в Азербайджане. И уже больше 20 лет Натиг живет в Химках. Год назад подписал контракт и ушел на фронт добровольцем в батальон «Ахмат». В ноябре 2023 года при выполнении боевого задания получил осколочное ранение в ногу. После госпиталя и реабилитации вернулся снова в зону СВО. Он обратился к жителям, чтобы в нашем любимом округе был создан памятник участникам специальной военной операции. Он замечательный человек, очень скромный, многодетный отец. 10-й лицей не первый раз присоединяется к всероссийскому проекту. Здесь открыли уже четвертую парту героя. Ученики понимают значимость событий и стремятся хорошо учиться, чтобы у них было право сидеть за этим ученическим столом. Парта героя – это очень важный символ патриотизма. И у меня вызывает воодушевление то, на какие героические поступки способны люди нашей страны. На парте портрет героя. Здесь его краткая биография и заслуги. За свою службу Натиг Алиев был награжден высокой наградой – орденом «Ахмат-спецназ». Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.